Кажется, пойдем подстригать нашего малыша. Красавчик наш, э? У меня начнется спокойная, размеренная жизнь, но, увы. Привет, моя YouTube-семья! Добро пожаловать в очередной влог! Сегодня вторник, сейчас без 10-12 утра, и мы приехали в Ригу, в Рига-Плазу, потому что сегодня мы первый раз ведем Маркуса к парикмахеру. Правда, есть одна проблема, он только что уснул, и я не очень хочу его будить. Но мне нужно в банк, потому что, представляете, я забыла дома кошелек, и без кошелька никуда. Но, к счастью, есть такая опция, что ты можешь показать телефон и платить, но я не совсем понимаю, как это работает, поэтому я хочу сейчас пойти в филиал и просить, как это все работает. И утром у меня была очень классная встреча, но о ней я пока рассказывать не могу. Но это связано больше с Инстаграмом. И да, сейчас только что приехал муж, и я жду, когда он выйдет из машины. Так что пойдем подстригать нашего малыша. Парень с новой стрижкой. Маркус! Красавчик наш, а? Привет! Мы какое-то время назад вернулись домой. Я сходила в душ, я переоделась, я покормила Маркуса, разложила все вещи. И сейчас я сделала себе кофе. Потому что, если честно, я чувствую себя настолько уставшей. И я сначала думала, почему я настолько уставшая. А теперь я понимаю то, что я одела сегодня каблуки целый день, первый раз с тех пор, как я забеременела. А до этого, когда я работала и еще Маркуса не было, я постоянно носила каблуки. Практически единственная обувь, которую я носила, это каблуки. И я теперь вспомнила, как это, когда очень сильно болят ноги. Но ничего страшного, будем опять носить каблуки. Будем привыкать, потому что муж у меня высокий, и ему очень нравится, когда я на каблуках, но я не против, потому что, в принципе, мой рост 1,60 м. Я очень невысокая, поэтому да. Раньше каблуки я всегда одевала, и сейчас я, наверное, поиграю с Маркусом, и потом мне нужно съездить в магазин, потому что у нас в холодильнике вообще ничего нету. Сейчас я вам покажу. Смотрите, тут какой-то сок, варенье, тунец, помидорчики, картошка, цветная капуста, огурцы. Не, ну в принципе, я бы могла сделать ужин, но если бы я была одна. Я думаю, что я попозже съезжу в магазин и куплю хотя бы что-то, потому что завтра за Маркусом будет присматривать Диана, потому что у нас завтра очень захватывающий день, прям очень-очень. Но об этом я расскажу завтра. Так что
так что да. На самом деле я думала, что после того, как пройдет день рождения Маркуса, у меня начнется спокойная, размеренная жизнь. Но, увы, каждый день что-то западает. Либо мне нужно снимать видео, либо мне нужно редактировать видео, либо мне нужно в Ригу, либо мне нужно работать по какой-то рекламе, которую мне предлагают. Но я не жалуюсь, мне нравится такая жизнь, и у меня устала рука. Так что да, вне зависимости от того, чем я буду заниматься, вы отправляйтесь вместе со мной. Доброе утро, моя YouTube-семья. Сейчас 9 часов утра, но я в последнее время встаю в 5 утра, так что мне уже кажется, что где-то 12 часов дня, но я очень много чего успела сделать. Я отредактировала видео, но выставлю я его только завтра. И я обычно, когда делаю видео, первый день я его редактирую, и второй день я его пересматриваю, добавляю музыку, еще что-то исправляю, если мне хочется. Потом я поставила стираться белье, убрала полностью кухню, потом встал Маркус, покушал. Маркус покушал, и сейчас я его переодела. Сейчас я сделала себе второе кофе. И мне сегодня нужно заняться многими такими маленькими делами. И первое, с чего мы начнем, это мне нужно сложить все вещи, которые вот там. Потому что это та одежда, которую я выставляю на продажу. И я ее хочу сложить, потому что я сегодня ее отдам Лауре. Потому что мы сегодня встречаемся. Потому что мы сегодня полетаем на воздушном шаре. Я всегда хотела это сделать, и Лаура предложила в связи с ее днем рождения, и мы согласились. Поэтому да, сегодня такое прекрасное событие. Сегодня последний день, когда будет тепло, потом прогнозы обещают, что начнется осень-осень. Поэтому да, я очень рада. Сейчас я сложу вещи для Лауры, потом мне нужно сложить сухие вещи. Что мне потом еще нужно сделать? Потом мне нужно написать пару важных имейлов, составить план, поработать в связи с Инстаграмом. В общем, такие разные всякие моменты. И, естественно, И что я смогу показать, я тогда покажу. И пока я вообще не собрана, пока я еще в халате, потому что я буду собираться, когда малыш пойдет спать. И когда он встанет, мы поедем в Ригу. Я поеду за Дианой, потому что сегодня за малышом присматривает Диана, потому что моя мама уехала, свекровь работает, Лаура вместе с нами, поэтому я очень попросила Диану, чтобы она присмотрела за малышом, но она с радостью согласилась. Так что сейчас я приступаю к одежде. Могу вам сказать, на воздушном шаре мы не полетели, потому что человек, который все это организовывал, за час до полета сообщил, что полета не будет. И в итоге мы были очень сильно все расстроены, но Лаура с Игорем приехали к нам, и мы хорошо, даже очень хорошо провели вечер. Так что спасибо, что ты посмотрел это видео. Не забудь подписаться и оставить какой-нибудь приятный комментарий. Ну а это все. Увидимся уже совсем скоро. Пока!